Стараюсь потихоньку поднять тут, показать. Ночевание дружное. Надо тихо-тихо приближаться. Ну, через стекло. Вон сколько их там. Я не знаю, видно будет или нет. Ну, много. Я полста насчитал и бросил. Так они подлетают, еще сколько на ветках сидит. До того интересно наблюдать. Вот я убрал тюль. Ну и сейчас подобрался потихоньку. Время-то уже вечернее. Им надо наистись. Воробьи какие дружные. А жуван, большая птица, тот только один. Всегда, ни с кем. Это самые верные у нас птички. Рядом, ближе все. Сорока так рядом не сядет. Только вот они у меня здесь. Вот видно, что тут их куча сидят. Каждый день кормлю их тут. Не знаю, видно будет или нет, но мне это очень интересно и хочется поделиться этим. Ну вот, кормлю их. Я насчитал 50 и половина не просчитал. Куча мала. И они как-то другим сообщили, чтобы они сюда летели, что здесь их не тронут, что их кормят здесь. Не делать резких движений, главное. Воробушки. Очень интересная птичка. Ржавленный такой. Кажется, а когда смотришь рядом, и какие у него синхронные полоски, и какой нагрудничек черенький, щечки какие. И главное, на одну самочку, а у меня нету это, по-другому она одета. Около больше 10 самцов приходится, женихов. Ну, тут ничего не увидишь, видать, уже. Прямо это напротив храмовых окон. Вот я сейчас поближе буду, и как они взлетят. Вот посмотри, смотрите. Вплотную к стеклу подношу. Ну, у меня на расстоянии 40 сантиметров примерно. Вот сейчас, если эти взлетят, то все взлетят. Вот вплотную подошел. Интересно, сколько их тут. Я тихо-медленно провожу. И теперь они у меня тут на примете все. А там вон сидят они на яблоне сколько, на другой. Я сейчас специально могу пошевелиться, чтобы они увидали, что я живой тут шевелюсь. Вот рядом поднес к стеклу. Вот теперь остается 30 сантиметров до них. Ну, стекло видно, что не протертое снутри. Раму не выставляем. Ну, маленько-то видать все-таки. Если один взлетит, все взлетят. Вот они внутри, везде, везде. До самого верха все усыпано воробьями. Вот. Но тут вот можно просчитать. Остановите. Ну, сколько их серенькие. Я им только что насыпал отходов от голубей. Большие ящички, так сантиметров 40 на 40. Три ящички.
И на землю насыпал, и здесь. Вот сейчас они взлетят, я пошевелюсь. Вот интересно, то пугаются, а тут нет. Нисколько не напугались. Сейчас я шторкой пошевелю. О, все, пошевелило. А эти сидят двое, тут никого не боятся.